Добрый вечер. Ой, нет, не за то, что добрый вечер. Так, добрый вечер всем. Сейчас посмотрим. Я уже и забыл, где я вообще нахожусь. А, это, по-моему, гильдия магов. Да. Гильдия магов, только не помню, чья. Какого города. Что мне необходимо сделать? Шаранграмазгоб сказал, что родовая граница Арана находится на юге от Эплгиада, прямо перед развилкой, где дорога разделяет и... А, все, я вспомнил. И меня выкинуло здесь. Точно. Это я заклинание прочитал, и меня выкинуло, короче, в Вивике. Угу. Усталости, удачи, усталости, дорогой амулет, бабло, заберем. В сундуке ничего интересного. Угу, отмычка тайного мастера намного лучше. Прикольно. Мастерия. О, мне еще и повезло. Я с одной попытки открыл. Бывает и такое. Ну, тут смысла ничего нету. В шкафу. Дорогой амулет. Дорогое кольцо. Бижутерию можно забрать. Дорогое нафиг не надо. Штаны вычерпные у меня. Изящные. Сорочек. Ткань. Черный пыльник. Смысла не вижу. Дорогие, простые. Поведение надо, сила воли. Надо тут тоже забрать. Панацеды. Забрать. Нет, вот не интересно. Угу. Так, подлинная Берензия. Прочитал. Ну, в том смысле, что прочитал. Не, читать не буду, не хочу. Не хочу, не хочу. Тут. Нет. Ну и все. Мы осмотрели все, что мне здесь надо, и можно идти дальше. Ага, чувак, тут-то у нас. Не, возможно, когда я стану, типа, архи, там, важной шишкой, тогда мне и дадут возможность бесплатно все это тырить. Ну, в том смысле, брать бесплатно. Ах ты ж, сука. Не все так просто. Тебе конец, воришка! Да. Ладно, нафиг. Пока не надо.
Ух ты, электрический страх. Кто сопротивление? Призыв чувствовал у меня приказ. Приказ. Пики камней, заключение на 60, щит молнии, основное здоровье. Основная удача, блин, вообще прикольно. А тут есть где разгуляться, я вижу. Ладно. Надо немножко повышать свой уровень. Вот что она меня перекинула сюда. Ладно, пойдем пешочком. Оно как пишется. Запись идет, хорошо. А, ну подлагивать сейчас может немножко, если вы увидели лаги, то это нормально. У меня сейчас идет установка контры. Не знаю, буду я в нее играть или нет. Видео точно по ней делать не буду. Я играю как лошара, так что не хочу. Там просто какой-то вышел кейсик. Да блин, мне что-то не везет с этими гребаными кейсиками. Блин, нет. Фу, я выжил. Ты шо? Короче, фигня была такая. Ну, хватит уже. Со знакомым играли. Ну, дружно, по-моему. Не знаю, как правильно это сказать. Ладно. Короче, ему выпадает хороший кейсик, а мне ничего. Я, короче, обиделся. Приставайте к кому-нибудь еще. Угрожающий вид. Да, никогда не угрожайте. Лучше вежливо попробовать. Чужестранцы достали. Еще пару раз пробую и все. Иду по заданию. Да блин, интересно же, что там подумал. Вот. Хотите чего-нибудь? Не, уже изменилась риторика со мной.
Видите как? До 81 поднял. Можно было и больше бы поднять уже. Уже походу его попустило немного. А, точно, слышишь. Мне-то надо купить. Ой, ёлушка, ты шо, ладно. Да блин, надо было купить вот этот. Либо щит другой. Либо инструменты для ремонта. Нижний пояс. Давай, ладно, нижний пояс посмотрим, может месть торговца. Торговцы, 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 походу весит нету. Так, смотрим. Трактир. Верхний пояс, верхний пояс. Аптекарь, каналы, алхимик. Я тебя понял. Мне наоборот наверх. Наверх, 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 наверх. Ты поремонтироваться, меня ж там покоцали конкретно. Да. Чем ты торгуешь? Всякий шлак. Всякий шлак. А есть что-то полезное из твоего шлака? Кимсовые цветы. Нет. Нет, 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 нет. Ты партии у тебя какие-то маловатые. Не пойдет. На, прощай. Нижний. Чужеземцы, портал, портал, портал. Пусть на тебя сойдет тройное благословение. Спасибо. Норм. А ты кто? Давайте. Ремонтные молотки. Патроны, это, конечно, хорошо. Мне ремонтный молоточек бы. Тяжелый 15 кераса кожаный че. Шлем. Патроны всегда пригодятся. Штаной щит. Вес 15. Вес 15. 18. Ой, подожди, отмена. Подожди. Сколько там было? 500, да, по-моему? 500 чем-то. Давай с тобой вежливо, вежливо, вежливо. 89. Замечательно. Сохраняем. А теперь торговать. 500 стрел. И щит. 505. Блин, надо было запомнить, сколько это было. Угу. Вообще, сколько бабла осталось? Ближко 600. Нормально. Так, ладно. Я не помню, с какой стороны это заходить, так что без разницы. Хорошо попал. Так. Короче, получится видео немножко ни о чем, так что... Привет. Приятно познакомиться. Пусть наше знакомство будет плодотворным. Почему здесь я не могу собирать цветочки?
Это же алхимическая лаборатория. Ладно. Ладно, умру. Ох, ему тяжко, ну прости. Ну, я же говорю, на фоне еще установка есть, идет распаковка, так что... Ну, слабенький мой компьютерик. Ну, он мой. Хороший. Хорошечный. Бля, долго, печально долго. Там нет только гильдия магов, я даже выходить с нее не буду. Блин, лишь бы игра не заглючила. Должна сказать, в данный момент ты меня очень интересуешь. Не, ну есть и глюки такие маленькие. Ну. Это большая честь. Это чё? Ебучий случай. Вот это да. Добрый день. Не, игруха глюканула. Охренеть. Подожди, я не понял, щит я купил, да? Нет, не купил. Где щит? Эй, чё? Ну, зачем ты? А где щит? Не, реально, слышь, а где щит? Нема щита. Охренеть. Нету. Зашибись. Ой, ладно. Прощай. Блин, сейчас, две секунды. Паузу поставлю. Да посмотрим, что там. Из-за чего она такой глюк поймала? Так, YouTube, нахуй. Steam. Осталось 14 секунд. Ладно, давайте. Вы меня простите, я 17 секунд. Заебись, блядь, 15 секунд. Ладно, пока добегу, как раз будет идти 17 секунд. Как раз походу, когда установка распаковка была, короче, и загрузка локации произошла. И вот глюканул. Сам уровень. Так я сказал, где день? Ну, все. Уровень. Контра загружена. Единственное, я бы, наверное, еще бы. Сейчас, 2 секунды. Из Стима полностью вышел. Нет, не выйду, точно. Стима. Ладно. Стима пока не выйду. Потом. Как-то не выйду. С удовольствием. Вам эта земля подходит.
Я весь мы внимание. Привет. Так. Путешествовать в Балмору, конечно. Добро пожаловать, друг. Разницу почувствовали? Сегодня твой день. О чем мы будем говорить? Ты в хорошей компании. Добро пожаловать. Душ. Конечно. Да, кстати, надо будет посмотреть, то либо модами добавлено, либо вот это. Восстановление здоровья в эти банки, которые я нашел. 1 990 000. Так, а здесь я все пособрал, кроме молотков. Молотки надо позабирать. Молотки забрать и перекинуть сюда. И смотрим. Не, нету. Уже одежда. Ладно. Все-таки нам придется выйти. Гильдия. В смысле, из здания гильдии. Не самой гильдии. И два молотка осталось, охренеть. Вот это да. Ладно. Бывает же не огорчение. Тысячи. Так, стрел у меня достаточно пока. Да. Стрел достаточно. Щит. Пока это поставим здесь. Мне надо другой взять щит, любой. Любой другой щит. И, наверное, шлем. Шлем. Тоже пока здесь оставим. Шматье. Это тоже здесь пока все поставлять. Сохраняемся. Бегим, таримся. Там это большая копия. Честь. Да не должно, я самое дешевое железное возьму. Может, стальное возьму. Самое дешевенькое. Может, стырю. Может, стырю. Сейчас попробую. Кстати. Зелье. Зелье. Качественное зелье. На 45 секунд.
Быстрее, у меня мало времени. Прикинь, он меня видит. Блин, реально он меня видит. Да что ж такое? Я выслушаю, ну давай скорее. Интересно. У него здесь ничего нету. Нету. Чего ты хочешь? О, май гад. Ты какая вещь. Где я такая? Если я что-нибудь могу сделать, я в вашем распоряжении. Ну так, постой. Говорите. Слушаю, ну давай скорее. Так, хорошо. Он уже повернулся в мою сторону. Мне необходимо теперь сделать так, чтобы он не повернулся. Чего ты хочешь? Не повернулся за мной. Я выслушаю, ну давай скорее. Чего ты хочешь? Сохраняем на этот же слот. Джикс. Охренеть. Охренеть. Средняя. О, блин. Средний. Ай, ты ж какой нехороший. Говорите. Сохранить. Так, топки. Щит средний. Так, у меня есть тапки, у меня есть шлем. Если я что-нибудь могу сделать, я в вашем распоряжении. Черки средние. Торговать не надо. Мне с тобой бы поторговать. Остальные. Растущие 20.
Раз. Ой. Два. Кираса мне нужна. Стальная 150. 20 весу. Кираса на плечи и тапки. Ой, 20. Ого, как все сложно. Как все сложно. Ладно. Давай пока так. Прощай. Да, блин, кайф. Фиксируешься. Должна сказать. Это мне очень приятно. В данный приятно. Момент ты меня очень интересуешь. Продолжай. Косынка. Что? А что такая цена? Я не назад. Вообще охренел, что ли? Ладно, ну, блин, его нужно было скупиться. Шлинки раз у меня есть. Средняя. На плечи щит у меня бы еще, да? Щито. Угу. Да? Что я могу сделать для тебя? Удачного пути! Так. Пока здесь полежите. Здесь полежите. Просто колечко. Когда денег не будет, продам. Пошу делать. Зыстика, штука. Чем могу помочь? Да? Щит не надо. Тяжелый. Поделись надо. Своими мыслями, легко друг. Тяжелый. Мне так хорошо с тобой. Мне так хорошо с тобой. Да, если бы, блин, тоже. Могли бы здесь приколы, чтобы можно было мутить. С чего я понял, правильно? В смысле, женщины. Тяжелый вес 18 килограмм. Ну, думаю, да. И железноголовая была 15. Железная клеймор. Чё, ни хрена себе. Мне нравится то, что я вижу. А мне нет. Леса до хрена. Да? Никакого. Что я могу сделать для тебя? Удачного Привет. Пути! Как дела? Продолжай. Мы можем поговорить. Знаешь, чем лучше? Ну, потому что лучше. Продолжай. Дальше. Просто мне там, получается, необходимо будет вивик. А потом с вивика бежать. Хотя тоже, возле вивика мне тоже надо, потому что там вот эта гребаная херня. Как она называется?
грязекраб, который покупает, короче, максимальную, ну там, мою, по-моему, 2000 с собой. Ну, было. И он покупает за такую же цену, как необходимо. Так, путешественник, давай, соединим. Специальное путешествие только для вас. Цены такие низкие. Спасибо. Воровать. Щит. Идем бить всех. Это... Может, знаю, кто знает, бугур есть такая хрень. Ну, прикольная штука, короче. Собираются чуваки, делают латы, короче, себе. Собираются и мочат друг друга. Вот, и когда-то... Смотрел, там репортаж был. Там женщина спрашивает, говорит. Ну вот вы постоянно приезжаете, побеждаете. В чем ваш секрет? И человек такой стоит и говорит. Ну... Все приезжают, короче, на этот бугур, типа, чтобы победить. А мы приезжаем для того, чтобы бить людей. Вот и весь их секрет был. Люди получали удовольствие от того, что они делают. Так, где-то здесь внизу. Блять, я еще не взял. А не взял. Все, шикарно. Клинок огня. Не, ну клинок огня на ужин. Конечно. Блять. Да ну что ж такое? Адская подагра. Свое здоровье. Излечить, нет? Свиток излечить. Как он называется? Панацея. Дейден. Панацея Дейден. Излечился? Излечился, все хорошо. Слышь, ну это фигово получается. Он больной скальный наездник, все с тобой понятно. Ты хоть не больной? Да ну нафиг. Ладно, давай попробуем. Да, это из-за уровня. То есть чем больше уровень, тем сложнее. Чем сложнее у нас противник получается. Ладно.
Охренеть. Да. Сложный путь придется мне пройти. Я уже здесь все искал. Там кто-то. А, это к вам. К вам на рабочем. Здесь к вам рабочий. Вам руку болотом полазим. Ты что? О, вот обычный грязи трав. Алло, грязи трав, давай. Здесь ты не больной. Блять, сражаемся. Блин, а там это хрень это жесткая. Не собрали ничего. Ну, тут газотрапка. Ну, тут газотрапка, еще нет. Нету. О, приплыла, сука. Это рыба-убийца. Это карликовая рыба-убийца. Где-то мелкая хрень. Иди сюда. Иди сюда. Идет ты бычок. Иди сюда. Малая рыба убийца. Такая радостная. Так.
Побег. И все. Драться будем? Мне до 30-ки его надо качать. До 30-очки. Кишка тут что-то есть. Что у нас тут? Слышная дверь. Посыману. Блять. Что это было? Меня убивают, везде убивают. Здесь не помню, если честно, не помню, что это вообще было. Уйду я от вас, злые вы все. Убиваете меня. Блин, ну... с кем-то драться. Чтобы они очень сильные были. Не, ну вообще мне надо по заданию найти гробницу. Так, родовая гробница Анграна. Ризм пилот. Леада прямо у дороги, перед самой разведкой, где она дорога идет на юго-западце. Все, я понял. Ой, не туда. Не туда.
Не, хотя можно было и туда. Уже поздно. Он пошел сюда. А я вторую голову не взял, что ли? Не взял. Железная голова, стальная голова. Все, я понял. Содрано, правильно? Оно. Да. Это оно. Сохранимся. И заходим поебать. Я, наверное, еще возьму. Не мешал. Тело. Вот, железный растопочин. Ну, тоже попросить. Хорошо, дорогие ботинки. Ничего не что. Не что, мне по-моему, попытка нечего черного. Ну, нет, ничего не надо. Железный кирас. Кирас. Слышь, да ладно, ты кто такой? Охренеть. Это ужас, Николай. Я только же думал, скелет грёбаный. Там... Не шар. Не шар, не шар, не шар. Посмотрим. Сейчас мы придем, подожди. Сохранить, 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 сохранить. Вины дробящие. Так, сохрани. Thank you.
лопнуть. О, упал разу. Ну ладно. Закрикал монстра до смерти. Не, ну чё, треть жизни я забрал уже. Не, ну пускай меня бьют. Это даже интересно. Я банки ждать могу. Николай, ты знаешь, что это читер? До тридцаточки добьет. Мне же надо как-то тяжелую броню. Только 24. Ну. Тяжелые доспехи 14. Тяжелые доспехи 19. Пятерочки. Да, это так. Пятерочки.
Это же жопа. Реально, слышишь, как он меня в рукопашную выносит. Если бы у меня банок не было, он меня просто бы забил бы. Все, конечно, хорошо. Все, конечно, хорошо. Как мне потом от него отвязаться? Я что, и прочитать ни хрена не смогу. Издевательство. Может, до 40 поднять. Ну вы меня простите. Ну блин, ну такой шанс бывает раз в жизни. Говорится, за игру. Что я просто буду накидывать. Заканчивается. Еще чуть-чуть и все.
Так, извините, желтые доспехи сейчас поменяются. Раз. И сейчас поменяем. Зелье 6 пунктов. Шиблокировку как раз покачаю. Бездоспешный бой, стоп, что? Железные сапоги, железная поножа, железные перчатки вышли из строя уже. И тут, короче, у меня остается чуть-чуть. Я вас понял. Легче переношу. Не сильно, конечно. Наш щит тоже уже все. Да. Щит уже все. Ладно, воспользуемся моментом и сбежим. Сохраняемся. Не, это классная вещь. Это реально классная вещь. Это баг. Баг очень... Ну, не баг, это... Как сказать? У него закончились патроны, и он начал меня херячить вот этими. Руками. То есть это не баг, это нормально. Это все окей. Что мне необходимо сделать? Мне надо теперь добраться до Сейдмина. А, даже не до Сейдмина. Сейчас иду, короче, до перевозчика. Он меня переправляет туда. В Балмору, туда, в Балмору, Гильдемага в Балмору. Я восстанавливаю свои доспехи, путешествия, и приеду сюда опять. Зачем идти пешком, как что? Кому не интересно смотреть, когда меня будут... Полагаю, могу уделить нам пару минут. Потом. Все потом. Понаблюдайте, мне пиздец. Да. Давай пока сделаем. Хорошо. Закрыть. Чистый.
Продолжай. Расскажи о себе. Вес 4. 5 штук, пожалуйста. Я так не вижу. Ладно. Мне нравится то, что я вижу. Давай еще один. Тяжелые доспехи без 32. Ничего неплохо. Шубы. Ну, опять туда. Единственное, что мне нужно затариться немножко банками, потому что пиздит он, конечно, хорошо. Хочу. Вот что хочу. Так. Давай по максимуму выбросимся. Почему? Потому что мне надо полностью свободное место. Полностью свободное место. Ух, наверное, тоже выложу. Все вылаживал возврат. Что такое разор? Вон лук. Так можно выложить. Стрелы то же самое можно выложить. И теперь что мне надо? Блин. Знаешь, я прогнал. Ингредиенты не туда выложил, куда надо. Да, блин. Как ты мог так поступить? Oh.
полчаса туда-сюда. Я буду в следующий раз внимательнее. Теперь заново. Надо, конечно, заморочиться, короче, попробовать научиться обрезать видео, чтобы вам не полностью это все показывать, если кто видит. Да. Хоть и промотать можно. Так, сохраняем. Смотрим. Хождение по воде. Восстановление запасил. Нет, восстановление. Удача, здоровье, вода. Тоже дно. Восстановление привлекательности. Запасил. Удача. А, подожди. Запасил. Восстановление здоровья. Восстановление здоровья. Восстановление здоровья. Восстановление здоровья. Увеличить нет. Восстановление. Меньше остановить скорость, меньше внимания, запасил, хождение по воде, сила, интеллект, яд, скорость, интеллект, прикольность, запасил, здоровье, меньше запасил, сила, интеллект, сила, увеличил здоровье, увеличил силу воли, блин, да зараза. Легче, блин, было залезть, почитать в интернете. Становление здоровья. Что? Только... Да ладно, получается. Ладно. Охренеть. Все что? Да. Так, смотрим, что у меня есть. Восстановление здоровья 2.
6, 8. Все. 9. Так, восстановить здоровье. Силы, восстановить здоровье. 5 штук. Возьму. 6 пунктов. Так, этого достаточно. Этого достаточно. Парочку, да. Надо. Угу. Сохраняем. Идем опять мучить того чувака. Я не знаю. Чем могу запись помочь? Пока делаю, а там, возможно, и не выпущу ее. Кому интересно смотреть, как заворачивать надо вот это. Прокачивать всякую фигню. Что это было? Так, принеси мне, пожалуйста. Соединим. Зачем идти пешком, когда можно ехать верхом? Здрасте, я пришел. Опять начались издевательства. Thank you.
Жаль. Икс. Восстановить. Тяжело успеть, уже 35. Видите как. Находите лучника скелета. Старайтесь, чтобы он выстрелил все патроны. И все, потом убиваете его. Наверное. Выстрелил все патроны, прокачиваете свой навык защиты тяжелого или там среднего и легкого доспеха, и у вас все в шляпе. Скоро сдохну. Уже на 36. Стоп, не протыкать. Нехай жизнь. А, все, щит уже, да? Сдох. Зашипись. Ну, теперь можно просто стоять пока и тумаки получать. Арг! Не, ну чё, прикольно так. Вид сверху. Скоро начнут доспехи спадать с меня. Эй, слышь. Ну, только немножко отойти. Немножко вот так вот, да. Поближе к воротам. Что у нас тут? Что у нас тут? У нас и скоро что нас снимет.
Да, в Обливионе они уже выходили за тобой. Периодически. По-моему. Ну, по-моему, выходили, да. Четыре. Встанешь? Оп. Давай. Перекрутил слегка. Так, все хорошо, никто не видит этот позор. Так, что мне надо? Все мне надо. Если починюсь, зашибись, не починюсь. Больше брать, Николай. Больше. Так, собираем все заново. Что ж. Сохраняемся. Оу. Со старту, да? Пока у нас здесь была... Только выносливость ушла, все. Начинается издевательство. И, кстати, у меня... Подожди. Нету. Ну и ладно. Не слишком понравилось. Давай к двери лучше повернемся сразу лицом. Ну, я уже без каски. Зашибись. Ну, что там?
Нет, ты, конечно, короче, удачно зашел. Ну, если не принимать во внимание то, что меня сейчас пиздят. Конкретно. Избиение. Сорок два уже. Защита выбросил. Так, щит выбросил, да. Щит уже выбросил. Так, что у нас получилось? 31, 31, 53, 28. Кудым. Так, левый на плечо шел. Слышь, у меня чувак уже не встает. Вообще по понты набирается. Еще один уровень набрать.
И все. Так. Ну, да, осталось у меня тяжелый доспех. Сколько? 83. Вот зелье. Успех 3. 5-2. Ладно, потом. Начало просирать. Так, сохраняем, бежим. Не знаю, что еще один забег сделать, но наверное сделаю еще один забег, как я конкретно сейчас затарюсь. Лавки продаются. Нет. Чуваки, привет! Давно не виделись, как дела? Привет, Медвед. Что у тебя интересного есть? Оружие, одежда. Железный шлем. Цена 30. Стальная левая перчатка. У меня железные перчатки. Стоп. Цена 28. Вес. 5. Вес. 7. Нахуй. Одну, пожалуйста. И одну, пожалуйста. И перчаточки замечательно. Железные сапоги. Тут. Остальных нету, да? Остальные поножи. У меня поножи железные. Вес 18, цена 88. И за 116. Пойдет. Подожди, стоп, а что у тебя еще есть? Магия нет, остальное, вот это меня интересует. Левитация, высасывание, уменьшение запас сил. Излечить паралич, уменьшить запас сил. Вяленая скребятина. Есть хвал, лунная руда, мифрил, орехалк. Панцирь из краба, смола, шалка, уголь, хрень какая-то. Ладно. Все, прощаю. Сохранить. Mm-hmm.
Да-да, уже немного засыпаю. Ты не... Когда будете готовы, только не заставляйте меня долго. Не, ну сейчас по сути, что я? Я ничего не прошел. То есть, на данном... Это хреново. Загрузить. Добро пожаловать. Мне совсем не составит труда поговорить с тобой. Ну ладно. Ты не отсюда. Знаю, у меня с другом общались, он говорит, что это типа из-за модов может лагать. Ну как? Снимем, ужасно, как может быть? Не, ну хотя это за то, что натянутые новые текстурки. Не знаю. Лучше без разницы. Зачем идти пешком, когда можно ехать верхом? Для вас мы организуем специальный тур за Тужицей. Хватит, вырос на 80. Да, конечно. Мы приветствуем тебя, друг. Добро пожаловать. Чем могу помочь? Чем могу помочь? Давай сюда. Блин, наверное, возьму с собой. Чиниться уже на месте. Ну да. Да? Что я могу сделать для тебя? Банки, 5-10, достаточно. Еще один заходик. Тоже чуть-чуть. До полтинника дотяну. По идее. Мне будет достаточно. Специальное путешествие только для вас. Спасибо. Специальное путешествие только для вас. Здесь сейчас еще в текстурке уйти. Еще будет шикарно, да? Хочу, чтобы полные были запас сил. Хочу попробовать, что оно будет. Ступер.
сохраняем. Так, насчет того, что как защищаться, навык защиты. Для тех, кто не знает, короче, я сам не знал, так что думаю, что некоторые люди тоже не знают. Зажимаете просто клавишу удара. Просто зажали, держите и все. Скелет, наверное, в офигении. Пришел какой-то чувак, да? Постоянно вот этот... Терпит, пока его бьют. Так, тяжелый доспех 33. Да, выносливость необходима для того, чтобы держать хорошо умение, ну, щит, выносливость. Щит 5. А, сейчас подвалится. Все, последний раз по идее, да? Нет, еще. Блин, он мне походу все время в морду попадает. Ну да. Тяжело доспех 45. Уже что-то, видите? А прикиньте, если бы еще скелет прокачивался. Он такой. Получается, ну бьет меня. Рукопашку прокачал себе. Мастер рукопашного боя.
Это было бы интересно. Все. Так. Теперь. Берем инструмент. Сохраняемся. Автор запут. Сохраняемся. Сейчас пускай немножко постоит. Хочу поднабрать немножко выносливости. Ну, попробую. Как он себя покажет. Арг! Все. Оружие. Ну, дробящее оружие можно и на манекенах. Так что. А вот тяжелый доспех, я как раз думал, как мне его прокачать. Видите. Вот таким способом можно прокачать себе тяжелый доспех. В реальной жизни не повторяйте. Отобьет все, что есть. Хорошо, есть уже. Уж спотанки хочу. Не спокружиться.
Удачи продолжаться. Вот это рубая. Я серьезно очень спать. Я хочу. Не знаю, получится ли до 50 добить в этот раз. А мы сейчас посмотрим. 130, 59. Наш суд можно. Короче, наша задача тяжелая доспехи. Ему тяжелый доспех. Навык. И все, пока. Так, а это у нас восстановление. Хреново получается для восстановления. И для восстановления надо постоянно терять жизнь и подпитываться. Тело, все есть. Сохраняем. И идем штурмовать снова.
Арг! Мне кажется, что удерживает, что не удерживает, по-моему, по-одинаковому, короче. Прокачивается. Ну, в этот раз... Вот, смотрите. Не сработало. Ну, оно видно. Оно, получается, он проходится удар... Вот этот, в щит. А здесь вот, ну, явно не щит. Так. Мы уже близки к нашей цели. О, вот, вот это было только что на блокирование сработало. Вот это не сработало. Долго. Надо сваливать отсюда. Все. Так. Хилимся. Бежим теперь в Балмору. Спин. Снимаем тяжелый доспех. На данный момент он мне здесь не потребуется. Идем, зачищаем эту локацию. Зачем идти пешком, когда можно ехать верхом? Зачем идти пешком, когда можно ехать верхом? Так, 3 или 4, мы сейчас уровня 3 цифра.
засыпаю, глаза прям сами закрываются. Это ужас. Это ужас, 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 ужас. Поделись своими мыслями, друг. Мне так хорошо с тобой. Это мне очень приятно. Не, наверное, давайте уже завтра, да? Удачного пути! Да, потому что, блин, я говорю, настолько рубает это. Я не могу просто... Удачного пути! Описать. Я вот сейчас поскидываю это все сюда. Слишком тяжелую одежду. Так, все. Всем спокойной ночи. Всем добра. Все будет хорошо. Пока.